Так, приветствую вас, ребятишки. Значит, наша задача number one – избавиться от охраны Уртрала. Я, кстати, нигде на форумах, ни в видосах не искал подсказки, как с ним драться. Ну, в принципе, вроде бы и не нужно, да, вроде бы и так уже все понятно. То есть надо просто сначала, я так понимаю, бьешь его копьем, а потом уже оружием дальнего боя. Я единственное, чего боюсь, что как бы потом у него не появилась защита от оружия дальнего боя, тебе не пришлось типа как драться с ним уже, допустим, там какой-нибудь магией, да? То есть, может быть, просто фишка в том, что типа он ставит защиту поочередно от каждого вида оружия. Сначала ближний бой, потом дальний бой, потом, может быть, магический урон какой-нибудь, да, там защита. Вот этого я немножко побаиваюсь. Вообще, видите, он там застрет у того алтаря, ну, у того стола своего, да, предводительского. И я просто про что думаю, что вот когда он один уже останется, когда мы перебьем его охрану, эту ебучую, да, то как бы можно будет как раз вот реально вот там вот его в той комнате валить. Да, и я живу, там реально такая фишка, что останется только один этот долбоеб и все. Ну, вернее, там этот стол, да, и очень удобно будет с ним там драться, просто получается. Блять, их тут целых три долбоеба еще, прикиньте, да, ведь помимо самого этого Уртрала, блять, целых три долбоеба, блять. Чуть даже еще больше, я чуть не понял, кто на меня еще сагрился, вы слышали звуки, блять? Ладно, наверное, здесь нам понадобится огненный, блять, хотя с другой стороны хочется поберечь этот огненный дождь, потому что ж не знаешь, да, блять, ну как там дальше, что будет происходить, но это вообще лютый пиздец, я же говорю. Ну нахуя было ему, вот нахуя просто такое вот делать, я этого не понимаю, ну блять, я же в любом случае никто ж не будет сразу со всеми там драться, да, я уверен, блять, ну разве что, я повторюсь, какой-нибудь некромант, который имеет возможность понавызывать демонов, да, они хай там ебутся, блять. В остальных же случаях, ну как ты там будешь хуяриться, если там, блять, сразу около 7, наверное, элитных орков, блять, которые тебя сносят, я же там буквально с парочки ударов и сам Уртрал, ну как ты сразу там со всех перехуячишь, блять. То есть в любом случае тебе сначала нужно разобраться со всей его охраной, да, ну, блядь, а вы туда нахерачили их, вижу, в одну комнатушку, блядь, херову тучу этих долбоебов, блядь, реально, и все элитные, нахуй. Ну, тратить что таким вот макаром, у меня сейчас что-то получается их выманивать по одному, я даже не знаю, что это, бах какой-то или что это, но вот, слава богу, получается, вот уже двоих долбоебов убили, блядь, из его охраны. Уртрал тоже бежит? Я не вижу. Вроде весь прикол, что не видно, блядь. А, сука, бежит. Давайте попробуем сейчас по Вурику его ёбнуть, этого хуярика. Элитного, да-да-да-да-да. Ага. Все, отлично, теперь съёбываемся от Уртрала, да. От Уртрала сейчас просто тупо съёбываемся, подлечиваемся. Ага. Отстал он? Блять, сука, из этого дебилизма, нахуй, что я там... Блять, какой же дебилизм, нахуй, а? Я же, ты, блядь, застрял, типа, да, спрыгнул с этой хуйни, с того, что у вас тут неровности поверхности, блядь, да? Дебилы вы ебаные, нахуй. Из этого этот хуй на меня дальше продолжил агриться, блядь. Ну ладно, самое главное что? Что вроде бы мы всю его охрану истребили. Вроде бы, да, я не до конца уверен, но троих элитных орков мы завалили, то есть я так понимаю, что это уже все. То есть теперь можно идти непосредственно к нему в комнату и заниматься им самим. Но он, кстати, куда круче, чем это было в прошлой версии. В прошлой версии, во-первых, не было этого долбоебизма, да, с тем, что... да, с тем, что у него там какая-то защита появлялась. Так это ебанько еще и на месте что-то стоит, прикидывайте. То есть я думал, он сейчас вернется в свою локацию, типа, да, блядь, а он кого-то хуя, блядь, тупо на месте стоит. Ты идешь, братишка? Что это такое было? Давайте проверим, вообще, мы там всех захасили или нет. Он, походу, куда-то попиздил, да, и до меня согрелось еще толпень орков, блядь, гениальный момент. А, есть вариант вообще до утра просто поспать. Смотрите, сейчас здесь никого не будет в этой комнате, в натуре просто поспим до утра. О, тут кто-то есть, смотрите. А, так это опять-таки Уртрал. Ну там он еще один предводитель, видите, элитный орк.
Кстати, а что же за дебилизм? Только что там, блядь, Уртрау побежал куда-то в другую комнату, а теперь он оказался у меня, блядь, да? То есть что это вообще такое было, блядь? Вот как ты с ними сразу двумя будешь драться, блядь, да? Тут с одним этим элитным-то, блядь, сложно, в принципе. Тут еще и Уртрау, он помогает, у которого один удар мечом сносит, я не знаю, сколько хп, блядь. Опять-таки съебываемся. Все, мы убили вроде бы как последнего из этих долбоебов. Сейчас у нас задача съебаться от него. Вроде бы нам это удалось. Так. Потом выпить эликсир лечения. И потом заюзать нашу шкуру. Да, поспать один час. Он тогда чисто логически опять окажется в той комнате, но теперь у него уже не будет его помощника, этого последнего. И можно будет непосредственно заниматься ним самим. Да. Так, меня немножко мучает голод и немножко жажда. Мы, значит, кушаем похлебку. Допиваем последнее пиво. Нас при этом даже не разносит, представляете? Как раз хп до восстановится, пока мы добежим. Ой, блядь. Да, заебистый момент с Уртралом. Я, блядь, я говорю, раньше как-то все это намного проще было, без заебов, да. А это, блядь, прям... Ты посмотри, можно головой ебнуться, пока ты с ним будешь драться, блядь. Сначала разберись со всей охраной, а потом еще и какой-то маразм с тем, что как с ним вообще драться. Я же он какую-то защиту ставит. Ну, посмотрим. Ты только один, правильно? Нам главное вообще не попадаться под его удары, потому что, блядь, да, у него урон очень высокий. И это может для нас вообще хуево закончиться, то есть вообще его удары не пропускать, потому что я не хочу тратить просто эти зелья свои, да, зелья мгновенного восстановления здоровья. Они-то у нас есть, но, блядь, не сказать, что очень-очень много у нас их есть, да, и поэтому лучше экономить, ребятишки. Ну, скоро мы дойдем до этого значения 29 тысяч хп, или сколько там у него, да? Чтобы можно было его уже гасить из лука, а потом что сделать, конечно, это уже надо будет смотреть. Вот, да, вот он делает эту магию, все, 29-344, все, пиздец. То есть нам дальше его надо как-то гасить луком. Что-то он пока что не очень хочет застревать, как видим. Блять. Ну застрянь, братишка. Сука. Нихуя он не хочет застревать, этот пидор. Бля, что ж мне с ним делать, а? О, блядь, ну видите, он все равно, он потом все равно отдупляется, типа, да. Он, блядь, сначала так буквально секунду заглюкивает, а потом хуяк. Или сейчас, погодите. Пей. И видите, вот даже спринт включаешь, смотрите, как у меня выносливость быстро тратится, да? Блять, у... Сука, ну ёбаное, блядь, ну сука, ну ёбаное ты говно, блядь! Вот как у меня быстро выносливость тратится, да, но, блядь, при этом же, нахуй, да, блядь, сука, он меня догоняет очень быстро. А сейчас вот, типа, как вот такая вот хуйня, блядь. Блять, меня это так заебало, если честно, ребята, блять.
Если бы вы знали, как меня заебала эта игра, нахуй. Ну, сука, ну, вернее, не игра, а этот мод ебаный, блядь, пиздоватый на всю голову абсолютно, блядь, да? Сука, вот ты отбежал вот на лишний метр, он тебя, типа, уже в поле зрения не видит, отагривается от тебя, и у него опять полный запас здоровья. Ну, блядь, какой дятел ебаный, блядь, до этого додумался, сука, какой, сука, педрильный хуй, блядь, до этого додумался, блядь. Сука, и так нахуй бред на бреде, маразм на маразме, и вам еще хватило ума вот такую вот хуету сделать, блядь. Ну, блядь, пиздец нахуй. Вы сделайте все, чтобы все работало, блядь, нормально. Сделайте, тогда делайте хуйню, чтобы нельзя было, типа, блядь, вот так вот, да, делать, блядь. Чтобы у него сразу же мгновенный запас здоровья, блядь. Тогда делайте хуй с ним, я даже согласен. Но вы сначала сделайте нормальный, рабочий, адекватный мод, нахуй, а не хуету какую-то. Зато вы, блядь, отключили Марвины, блядь, да? Зато вы там, блядь, не дали ей возможность отбежать, подлечиться, а у хуя опять такой же запас здоровья будет, блядь, да. Молодцы, блядь, да, молодцы. Вы не даете тут, блядь, более просто играть, но зато вы маразмов подобавляли разных, да, нахуй, блядь. Сука, дебилы ебаные, блядь. Я же включаешь режим спринта, вообще не видно этого режима спринта. Я же, ты что со спринтом, что без спринта? Он тебя догоняет обычным бегом, да? Нихуя там такого он не делает, обычный бег включает, и он тебя догоняет вообще буквально там за пару этих, блядь. У меня опять почему-то начала лагать игра, блядь. Какого хуя мне начала лагать игра? Ну, блядь, ну чему здесь лагать, ну, сука, блядь? О, блядь. Дебил ебаный, блядь. Ну вот все, молодец, да, включай свою залупу, блядь. Ну вот, да, видите, ты по нему успеваешь один раз стрельнуть, блядь, и все, и пизда, нахуй. У него опять, блядь, он тебя уже, вернее, догоняет, блядь. Вот и как мне с ним хуяриться? Каким макаром мне, блядь, с ним хуяриться? Если у него такой бешеный запас здоровья, он нигде, блядь, не застреет. Да, вы молодцы, вы, блядь, сделали то, что он даже не застреет, он, типа, нихуя себе работает, блядь. То есть мне единственный вариант это вот как-то вот сделать, чтобы он где-то вот тут вот застрял, я не знаю, блядь. У этой вот хуеты своей, блядь, я не знаю, вот где-то, чтобы он где-то здесь вот застрял, блядь, и пиздец. Потому что по-другому я ебу, блядь, я же, ты делаешь один выстрел, и он тебя уже догоняет. Вот как я с ним буду хуяриться таким макаром? Сука, ты заебал, блядь. Он еще кого-то хуй вообще не хочет застревать, заценить. И потом вот хуяк, два удара, у тебя хп нету, блядь. Вот вы серьезно, да, блядь? Ну ладно, будем как-то так, я не знаю, блядь. Пиздец, да, ты сделал выстрел и опять съебываешься, да. Я же, у меня просто сейчас выносливость вся закончится, потому что регенерация нихуя не работает, по сути, да, блядь, так как она должна работать, блядь. Да, так как она должна работать, она, блядь, на максимум вкачана. Но при этом же, вот, блядь, держу, буквально вот в два, блядь, этапа он тебя догоняет, блядь, в два шага, вернее, да, блядь, то есть ты нихуя даже не успеваешь сделать, он тебя уже догнал, блядь. Сука, со спринтом, блядь. Ну давай, давай. Ага. Блять, он почему-то нихуя больше никакую магию не включает. Просто я не хотел бы его до конца боя драться с ним с луком. Если честно. О, вот опять что-то включил. Так. Может быть теперь с ним можно будет драться с копьем, как думаете? 19635, запомнили? Нихуя. Так а что дальше мне делать? Молодец, да, красавчик.
Че, магия его, что ли, надо хуярить? Я не могу понять. Ой, блядь. Магия его коцает, но... Таким уроном, по-моему, 100 хп оно ему сняло. Ну да, но по 100 хп ему сносит эта магия. То есть это я его должен пидораснуть этой магией, я не знаю сколько раз. Бежит, да? Крайт сразу же выносится. Крайт, да, сразу же умирает, как только ты его призываешь, то есть... Так я его не убью, получается, что он сначала ставит защиту от ближнего боя, то есть так, как я и думал, да? Потом от дальнего. Он даже с луком, мы еще более-менее как-то с ним, он похуялись. А потом что мне делать? Разве что, может быть, попробовать какие-то мохленные стрелы, я не знаю. Разве что, может быть, такой вариант, но это вряд ли поможет. Потому что это у меня, по-моему, самая мощная магия, которая у меня была, да? Вот эта вот волна смерти, блядь, и она ему всего 100 хп сносит. А так я же не мах, у меня никакой такой магии там, в принципе-то, и нету, блядь. Сейчас я, наверное, таки зайду на форум или на какой-то YouTube, да, там посмотрю. Потому что я, честно, я ебу, что делать с ним, короче говоря, да, давайте, чуваки. Да, я зашел на форум. Я зашел на форум. Так, силы на арбалет мне не хватает. О, на Драгмау мне хватает силы, кстати говоря. Но у меня же арбалет не прокачан, поэтому это тоже не варик. В общем, да, там как писали, тоже писали то, что попробую переходить там, допустим, с режущего на дальнобойное, там арбалет или лук, потом на магию. Там так и писали в комментариях какому-то чуваку. Один еще написал то, что ему помогло переход на дробящее. Ну, моя проблема в том, что у меня нет дробящего оружия с собой. У меня только режущее, да, рубящее, вернее, да. Ну, такое одноручное дробящее, но я же не буду драться с ним, блядь, кузнечным молотком с уроном 15, да. А так у меня одно оружие орков, которым пользоваться нельзя. Ну, и у мулу, у которого урон 70. Ну, походу, единственный вариант это вот, да, драться с ним с улу-мулу, блядь, я не знаю. Может даже давайте так и сделаем, знаете, давайте сначала с ним будем драться с Улу-Мулу, снесем ему, допустим, там хп до тех же 27 тысяч или сколько, потом с луком снесем до 19, а потом возьмем наш пронзатель. Наверное, вот как-то так, что ли, я даже не знаю. А, хотя если я буду драться с ним с Улу-Мулу, то у меня ж больше нельзя будет Улу-Мулу этим пользоваться. Хотя, с другой стороны, я так понимаю, оно нам больше уже нахуй не нужно, правильно? У меня просто вариантов больше нет. Мне больше нечем драться. А, и, кстати говоря, зацените, мне не написало то, что типа орки больше не уважают человек с Улу-Мулу. Кстати, Улу-Мулу не так уж и плохо коцает, в принципе. Да. В нем больше хуево то, что радиус оружия, как видите, не очень большой, да. Ну ладно, как-нибудь его заколошматим. Я думаю. Кстати, я еще что-то не подумал. Надо было, наверное, еще огненный дождь где-то приберечь себе, да? Потому что я так понимаю, что... Он бы нам даже очень даже мог бы пригодиться в этом случае, в этой битве. Да, долговато я, конечно, буду с Улу-Мулу сносить ему это хп. Но просто видите, первый раз ты ему можешь снести хп очень немножко, да. Поэтому надо брать какое-то самое твое хуевое оружие, это я уже понял, да. Просто потом ты можешь уже ему много снести хп. То есть там лучше взять лук, да, потому что лук у нас очень мощный.
А потом уже в конце, я так понимаю, все остальное можно будет ему снести. И там как раз мы возьмем, наверное, наше копье. Это, пожалуй, будет самый лучший вариант. Блять, это я так долго ебался, и только 5000 хп ему снес, прикиньте. Ой. Ну тоже, опять-таки, как, какой умник, в кавычках, до этого додумался, конечно. Это надо просто бить ебало, да, потому что, ну, реально, ну это дебил просто был. Тот, кто это придумал, это реально дебил, да, это по-другому не скажешь. Потому что нахуй это было делать, вообще непонятно. В чем интерес, то, что я сейчас буду, блядь, своим неосновным оружием, его 3 часа пиздить, да? При том, что, опять-таки, я ж не знал то, что будет такая вот хуйня, да? То есть, допустим, если бы я знал бы, я бы как-то подготовился бы, взял бы с собой, там, к примеру, взял бы с собой, к примеру, нормальное дробящее оружие. У меня же там даже были какие-то молоты, помните, двуручные, да, там, блядь, да, у меня там были какие-то двуручные молоты, я их попродавал, я ж не знал, что будет такая хуета. А так бы, да, так бы я бы, блядь, нормально бы себя зачухал бы, да и пиздец. Да, давайте на туре оденем сразу огненные дожди. Замес призыва края, это под 8-кой, если что. Ну да, так бы я взял бы себе нормальное оружие, блядь, я же говорю, повторюсь, блядь, и все, и пиздец, да, я же, у меня была бы двуручка с собой нормальная, можно было бы драться. А так, естественно, что у меня, блядь, ебаное ОМУ, блядь, что ты с ним будешь драться? Вернее, драться-то с ним можно, но я жру, блядь, я буду ему, блядь, хп сносить, блядь, 3 часа, я жру. Мне надо ему снести до 27 тысяч, по-моему, да, это мне надо еще ему 10 тысяч хп снести. С моим уроном, блядь, от УМУ это будет, блядь, хуй знает сколько времени длится. Вот даже смотрите, вот я ему меньше, чем 100 хп с удара сношу, блядь, а мне ему сейчас надо снести около 10 тысяч хп, блядь. Это пиздец, чуваки, блядь. Хоть бери сейчас, да, возвращайся с этой локации, иди, блядь, покупай у кого-то торговца какое-то дробящее оружие, блядь, да, и пиздец. Ну его нахуй, если честно, блядь. Как меня заебала эта хуйня, блядь, ёбаная нахуй, блядь. Блядь, сука, блядь, нахуй. Какой дятел придумал такой пиздоватизм, блядь. Какого хуя я, блядь, ставлю блок, а оно его не ставит. Ну это просто какой-то пиздец. Он меня сейчас покосил из-за того, что я нажимал правую кнопку мышки, поставь блок, ёбаный ты чепуш, блядь. А он нахуй его не ставит, блядь. Потом я жру, ну что это за, сука, ну каким надо быть ебланом, блядь, чтобы подумать, что это будет интересно и хардкорно. Опять-таки, надо быть просто ебанутым, блядь, перед тем, как ты с кем-то идешь драться, пишешь на форуме, а как мне, блядь, подраться с этим пидором? Там пишут, блядь, а вот такой вот долбоебизм, блядь, ты его сначала пиздишь одним оружием, потом другим, блядь, потом третьим, нахуй. Вот, идешь покупаешь себе какое-то там дробящее, колющее, режущее, да, чтобы был разный тип урона, блядь, и хуяришь его, блядь. Блядь. Сука, я в ярости, блядь, просто нахуй. Сука, пиздец, нахуй. Да я ж не знал, у меня нет нормального дробящего оружия или вообще какого-то другого типа урона, блядь, да? И мне теперь надо ему около 10 тысяч хп же сносить ебаным УМУ, которая, блядь, ему с одного удара, блядь, сносит нахуй, блядь, меньше 100 хп, блядь. При том, что у него, блядь, надо мне сейчас снести, блядь, больше 10 тысяч, блядь. Ну это пиздец просто, да? При том, что, блядь, нельзя пропускать удары, то, что он, блядь, с одного удара тебе, блядь, сносит похуй знает сколько хп, блядь. При этом у тебя, блядь, тормозной персонаж, который, блядь, не всегда тебя слушается. Ты ему там ставишь блок, он его не ставит. Ты говоришь отойти назад, он стоит, блядь, щелкает еблом, блядь. То есть, ну это пиздец просто, блядь. Я же, это не хардкор, блядь, в том-то и проблема, то, что это не хардкор, блядь. Это просто ебаное задротство, ебаный маразм, блядь, да, нахуй никому не нужный, блядь. Непонятно, для чего вообще сделанный, блядь. Ну что, типа, это интересное сражение какое-то, вот из-за того, что вот такой вот дебилизм вы, блядь, добавили. Да нихуя тут интересного нету, это ебаный дебилизм, блядь. И как ты его там не называй, блядь, он дебилизмом и останется. В этом нет ничего интересного, блядь, нахуй. Ты, блядь, просто сидишь и страдаешь хуйнёй, блядь, непонятно сколько времени, да, блядь, для того, чтобы убить этого ёбаного уртрала, блядь. С
сука, в прошлой версии возвращения, и то было лучше. Ты пошел тупо его отпиздил, и все, блядь. Не было этого долбоебизма, нахуй, блядь. Непонятно, нахуя вообще сделанного, блядь. Сука, дерись, блядь, с супербоссом, да, у которого 40 тысяч хп и бешеный урон, блядь. Дерись с Улумулу, блядь, с уроном в 70, нахуй. Вот я живу, сколько я его пизжу, у него 35 тысяч хп, блядь. Это при том, что я еще по нему шкританул, блядь, пару раз в начале, потому что я сзади зашел, и типа он этого урона не ожидал, блядь, да. Это просто мне еще повезло, я ему сначала хоть умудрился хп там нормально снести, блядь. Да ну его нахуй, реально, я хуй его знает. Ну Сулуму это пизда, это мне сейчас получается надо выбираться нахуй с этой локации, покупать себе нормальное двуручное оружие, какое-то там дробящее или режущее, и драться с ним заново, блядь. Потому что Сулуму это пиздарез полный, это я ебнусь его пиздить, блядь. А орочим оружием пользоваться нельзя. Мне это слишком тяжело. А ну погодите. Может быть какое-то орочье оружие я таки смогу взять в руки? Для меня это слишком тяжело. Для меня это слишком тяжело. Никакое не могу. Невозможно. Ну, есть вариант. Есть вариант арбалетом потом его бить, но у меня, во-первых, урон 80 у лучшего арбалета, который могу пользоваться, а во-вторых. Еще есть вариант, да, вот огненные стрелы. Так. То есть я что думаю, сначала его попиздить типа как огненными стрелами, да, а потом сменить их на обычные. Да, может быть это сработает. Бо это ж типа как считается урон от огня, правильно? Или неправильно? Вот я вот три раза у меня ёбнул нахуй, блядь, у меня хп нету. Пиздец, блядь. Вот не было так ебашить, да, как он меня нахуй. Что три удара, у меня хп нету, блядь. А мне его надо пиздануть, я не знаю сколько раз, блядь. При этом, нахуй, еще, блядь, менять урон. Что там за хуйня? Ага. При этом, да, еще менять урон, потому что, видите ли, он, блядь, ставит себе защиту от определенного вида урона, блядь, от определенного воздействия, блядь. Если сейчас просто эта хуйня с огненными стрелами не сработает, это вообще пиздец. Что повторюсь, я жу, блять, это сейчас придется возвращаться нахуй в какой-нибудь там или Харинис, или куда, покупать себе какое-то оружие там, блять, с другим типом урона, блять, и возвращаться опять сюда, блять, чтобы этого пидора добивать, блять, ну это пиздец, блять. Ты застрял? А хуй сраку, он там застрянет, блять. Про спринт это вообще отдельная тема, я уже говорил, да, блядь? Ты, блядь, включаешь спринт, нахуй. Все, он поставил блок, хорошо. Ну, вернее, эту защиту свою ебучую. Давайте, наверное, выключим пока спринт. Немножко выносливость восстановим. Ой, блядь. Теперь надо поменять стрелы, как-то успеть. Сейчас. Ты бежишь? Да. Хорошо.
Так. Сука, ты пидор ебаный, блядь. О, работает. Ну хорошо, тогда давайте вот что. Давайте сначала его даже тогда... Не, все правильно. Давайте его сначала таки будем еще луком пиздить, да. А потом в конце уже копьем. Ну, то есть, в принципе, тогда все не так страшно, потому что получается, что мы можем просто смотреть сначала его огненными стрелами хуярить, да, потом магическими, то есть, в принципе, у нас там еще есть магические, да. Кстати, ведь тоже нам, по сути, просто повезло, да, потому что я вообще как-то раз так было, что я торговался и планировал эти стрелы продать. И магические, и огненные, потому что, типа, у меня лук с магическим уродом, и... Ну, типа, как нахуй мне вообще всрались эти какие-то там магические стрелы, да, с каким-то там эффектом, если у меня лук с магическим уроном. Кстати, сохраниться можно? Нет. Да хуёво, что еще сохраниться нет возможности. О! Давайте куда-нибудь, потому что я не переживу это все заново делать, блядь. Это реально же повезло, потому что я не раз об этом задумывался, типа, нахуй мне нужны эти магические стрелы, если, блядь, все равно у меня лук магический, да? И как бы я проблем никаких не ощущаю, да, блядь, там. То есть я реально не раз про это задумывался. Так у меня хоть, слава богу, был этот выбор стрелы, теперь я вот так вот могу, блядь, разъебаться. Потому что, ну, в противном случае мне бы реально просто пришлось бы банально сейчас, блядь, возвращаться. О, все, он включил вторую защиту. Все, сейчас тогда предлагаю от него посъебываться, потом, когда он в следующий раз крикнет, подлечиться и драться с ним уже копьем. Ага. Ага. Давай, сука. А, блядь, у меня копье не стоит же. Блядь, идиотизм, а. Сука, блядь, а как я так копье проебал, а? Ага. А чё я не могу его копьем бить? Сказать, что я сейчас охуел, ничего не сказать. Пиздец. Ты бежишь? А где он делся? Он опять там стоит с полным запасом, да? Да. Ах, тогда что? Тогда смотри, тогда, наверное, лучше как сделать? Тогда, наверное, вообще нам надо лучше как, блядь? Подраться с ним сначала с копьем. Снести ему там какое-то хп, так. Потом с луком. Потом огненным дождем. Не, потом даже, вернее, огненные стрелы берем, да. Давайте сразу все поставим на огненные стрелы. Потом магические, вот, наверное, вот как-то так. Потому что она кого-то хера перестала его хуярить рубящим, я не знаю почему. А, может быть, знаете что? Может быть, типа, у меня, это... Лук ведь колющее считается оружием, правильно? Да, лук же считается оружием колющим, типа, и копье колющее, рубящее. То есть, наверное, из-за этого, короче, такая херня сработала. Вот долбоебись, да? Вот ты даже понял, как с ним драться, у тебя даже вроде бы, блядь, там нашлось оружие, и все равно, как бы, такая хуйня, блядь, что все равно, вот, блядь, не все срабатывает, тебе приходится там еще, блядь, хуйней всякой заниматься, блядь, да, вот перезагружаться вот опять, заново. Вот я, блядь, целый выпуск ебусь с этим Уртралом. Не потому, что он там какой-то крутой, или там, блядь, я что-то не справляюсь, а просто потому, что вот, блядь, просто вот игре захотелось сделать какой-то ебанутый абсолютно момент. Да, абсолютно нахуй неадекватный, блядь, момент.
О, так, можно сохраниться. Давайте заново сохранимся. Так, ну что, теперь. Йо и лук. Да. Вот у меня игра уже лагает, пиздец. Ты застрял? Не, нихуя. Да, значит, сейчас мы увалим из лука. Так. До 19 тысяч, или сколько до него там остается, я не помню. Да, по-моему, до 19 тысяч. Потом мы убираем огненные стрелы. Ну, будем как-то так пытаться. Может быть, сработает, даст бог. Ты где, блядь? Надо загружаться. Ну, по идее, должно сработать. По идее, должно сработать, потому что сработало же... Он бежит, да, за мной? Да. То, что сработало же... Когда мы стреляли просто с лука, а потом огненный... Вернее, огненный стрел, а потом просто с лука, правильно? Значит, по идее, сейчас должно будет сработать. Так, я не попал. Давай, братишка. Блять, лаги уже дикие, конечно. Ну ладно, будем пытаться как-то доиграть. Тут просто еще ж видите, это долбоебизм, то, что если ты отбегаешь на слишком далекое расстояние, этот придурок перестает на тебя типа как агриться. Да, перестает типа на тебя агриться, блядь, да, и пизда рулю, что называется. У него полный запас здоровья заново и все. Ну, про то, что я завис с луком, это я промолчу. Ну ладно, надо игру перезайду. Ладно, я тогда буду... Короче, я тогда сейчас перезайду. Смотрите, потому что уже началась какая-то нездоровая хуйня. Потом снесу ему хп из лука до того значения, когда он опять сделает эту магию. А потом уже с записью буду показывать, как я буду с ним хуячиться с огненными стрелами. Так, ребятишки, вот я это сделал. У него уже новая эта магия сработала. То есть нам сейчас нужно подлечиться и достать огненные стрелы. Да. А, и сохраниться еще, кстати говоря. О, отлично, есть сохранка. Давайте сразу засейвимся, потому что это большой шаг вперед для нас. Да, у него 19 тысяч хп. А, лечиться нам даже не надо. У нас нормальный запас здоровья, что-то я говорю. Нам главное стрелы достать. Там как-то-то и можно их, блядь, нормально доставать, да? Но я не шарю как. Вернее, блядь, там какая-то кнопка, да, но я просто забыл, какая это. Я сейчас буду квасать, будет даже хуже, чем я просто из инвентаря достану. Ага. Ага. Кстати, надо, наверное, просто побегать немножко, да, чтобы у нас выносливость восстановилась, потому что такой пиздец. У нас ее больно мало осталось. Ну тут главное, конечно, чтобы сейчас не было подъеба, да, чтобы, блядь, все было нормально. Да, ты пока что бегай, знаем, братишка. Ну вот, добегался, да, называется. Я тут, ага. Ну ладно, наверное, можно уже. Да. О, снимают. Значит, таки сработало, это хорошо. Ага. Давай, братишка. Ну, у него там 19 с чем-то, там даже почти 18 с чем-то хп уже практически. То есть, в принципе... Давай, давай, уже агрись, отагривайся, вернее, чтобы я мог по тебе пострелять наконец-то.
О. Так, 18-160, да, я живу. В принципе, у него даже не такой же большой запас здоровья там остался. На крайняк я даже уже, кстати, я про это подзадумался, ребята. На крайняк давайте его даже добьем. Добьем его, короче говоря, огненным дождем, потому что я уже за кого-то заколебался с ним валиться, если честно. Да. Таким конченным способом. Блять, вот это я зря. Да. Это реально было зря. Заглючил? Нет. Ну давай, это у меня скоро так в эти закончатся стрелы, братан. Вернее, выносливость. Да, с такими перспективами. Так сохраниться, к сожалению, нельзя. Все так же нельзя, ладно. Да, у меня просто выносливость уже меньше 500. Это меня немножко напрягает, прямо скажем. Да. О, он заглючил. О, у него новый опять появился, смотрите. Так, нам, короче, надо теперь как-то сохраниться. У него новая защита появилась. О, можно. Блять, он близко уже. Так, опять побегаем, у нас заодно выносливость восстановится. Давай, давай, братишка, не отставай, не отставай. Теперь надо магические брать стрелы, я так понимаю, да? Вот, включили магические, хорошо. Осталось только их заюзать. Ну и надеяться, что они еще работать будут. Блять. Ну ладно, главное, что мы сохранились, да. Он бежит, хорошо. Ой, так. Ой. Очень интересный бой. И вообще очень классно сделано. Правда, мне очень нравится. Ага. Так, он все еще бежит. Хорошо. Так, можно, наверное, уже даже включить нашу выносливость, в принципе. Смотрите, у него там почти 7. То есть, я думаю, если сейчас у него там останется около 2000, можно будет его добить даже, в принципе, все тем же огненным дождем или на крайняк все тем же даже улу-мулу уже, в принципе. Да. То есть, там уже, в принципе, не так страшно будет. Да, ну, скажем прямо, видите, ребята, выручили нас наши магические стрелы. Если бы не это, пришлось бы возвращаться. Так это, кроме того, что возвращаться, допустим, в какой-то город, покупать там оружие другое, так это же еще и деньги тратить. И опять-таки, какое оружие, чтобы у него был более-менее нормальный урон, правильно, это тоже проблема. У меня же сила не сильно прокачана. Блять, ты-то поспешил. Думал, уже его сейчас ёбну сразу. Называется, нахера спешил, да? Тем более, что, в принципе, дела-то ведь у нас обстояли не худшим образом. Прямо скажем, да? Я его 3 раза успел коснуть, ему уже 2000 оставалось. То есть, в принципе, просто добивай, да и все. А я с этой спешкой все испортил. Еще и придется сейчас тратить лишнее зелье лечения. Блин, вот что делать жадность и спешка, да, ребята? Вот не спешил бы, все было бы нормально, да?
Может быть, сейчас бы я бы его уже бы уже и добивал. А так вот, блядь, и зелье потратил еще одно, и придется еще погеморроиться с ним немножко. Ой. Так. Блядь, надо было, наверное, добежать уже до алтаря, что-то я не подумал, ну ладно. Застрял? О, он, по-моему, застрял. Блядь, есть. Воля Белиара пройдена. 5 очей обучения. Так, Грахдагар, жареное мясо, 2 куска, драконий корень, кольцо военачальника орков, сердце дракона, демона, кстати говоря, сердце разговора. Вот, тотем силы, помните эту херню? Является знаком силы власти вождя орков. Если его хозяин может не бояться орков. Голова Уртрава, прирост урона в сражении с орками. Эта голова принадлежала могучему вождю орков, очень ценный и крайне редкий охотничий трофей. Сердце и шкура волка. Да, чуваки, это было, в принципе, нелегко, конечно, но вот опять-таки, да, ну, блядь. Мне просто интересно, вот повернется у кого-нибудь язык сказать, что это было интересно и прикольно. Правда, это же и идиотизм, и маразм вообще полнейший, так вот. А тотем силы он не юзается, он просто, да, ты его когда с собой носишь, это так же, как было в прошлой версии возвращения, с собой носишь, помните, и орки нам поклоняются. Это, кстати, прикольный был момент. Давайте, наверное, да, лучше замесь черепа дракона, оденем голову Уртрава. Во-первых, выглядит прикольно, да? Правда, башка какая-то слишком маленькая. А во-вторых, прирост в уроне против орков, это нам точно пригодится. В ближайшее время. А, хотя нет, как раз-таки в ближайшее время нам пригодится наша драконья херня. Точно, да, череп дракона. Он повышает разного вида регенерации. А вот голова Уртрава нам пригодится, когда мы уже будем драться с самими орками. Вот давайте тогда, ребятки, я сохранюсь. И уже сундуки эти и прочее будем обыскивать в следующем выпуске. Потому что я что-то подустал, прямо скажем, от всего этого бреда. Ну, главное, что с Уртравом мы справились. Я вам, как всегда, благодарен за просмотр, за подписки, за лайки. До новых встреч. Пока.